По приглашению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова республику посетили одаренные дети и воспитанники детских домов Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Для них был организован отдых на курорте Архыз, прогулка по региональной столице и познавательные экскурсии к культурным и природным достопримечательностям региона. Подробности расскажет Мурат Джанкезов. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в ходе визита в республику глав трех субъектов с целью подписания четырехстороннего соглашения между регионами о взаимодействии при организации и проведении мероприятий по празднованию столетия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. На встрече с главами субъектов Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Республики Адыгеи наш глава Карачаева-Черкесии Рашид Борисович Темрезов вручил приглашение детям из данных субъектов для того, чтобы они могли посетить наш регион, ознакомиться с нашим курортом Архыз, также посетить астрофизическую обсерваторию, провести экскурсию. Детишки приехали, это дети-сироты, среди них есть и дети, которые отличились успехами в учебе. Ребята смогли насладиться природными пейзажами курорта, поднявшись на канатках на высоту почти в 3000 метров над уровнем моря, посетили монументальные храмы. Позвольте все-таки сказать слова благодарности, наверное, главе Карачаево-Черкесской республики, да, Рашиду Бориспиевичу, вообще за эту уникальную возможность посетить. Это же рай на земле, действительно. Спасибо. И находясь рядом, мы действительно это увидели. Мне руководитель центра сказал, что Министерство образования передает нам три путевки для лучших школьников, что необходимо выбрать самых лучших школьников для поездки в Архыз на 2 дня. Соответственно, я работаю в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей, и самых одаренных мы взяли, исходя из программы, да, посещения обсерватории. То есть у нас победители и участники, которые набрали наибольшее количество баллов в Олимпиаде по астрономии, прежде всего. Красивый вид из окна. Вот когда я выходила, получается, на балкон, было очень красиво, особенно утром. На канатке мы катались, когда вверх поднимались и вниз. Я уже не раз каталась на канатке, но вообще вид очень красивый. Центральной экскурсией стало посещение специальной астрофизической обсерватории РАН, крупнейшего в Евразии астрономического центра наземных наблюдений за Вселенной. Дети смогли увидеть большой азимутальный телескоп весом 850 тонн, ознакомились с принципами его работы, а также эволюцией Солнечной системы и всех известных небесных тел. Завершились познавательно-развлекательные мероприятия общим фото и вручением детям подарков. Мурат Ченкезов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.